Ольга Сергеева. Родилась и выросла, живет и работает в Лиде. Моя малая родима – это кропочка в великом свете. Коли глядишь на карту свету, межвольно твой позерк направляется туды, где находится тое место, где ты народился. Твоя малая родима, твой самый любимый город, город Лида. Это маленькая кропочка, якая никому не бачна, кроме тебе, это и есть твоя малая родима, твоя краина, твой город, твое место, где ты народился, где ты живешь и где ты працуешь. Моя родима – это краина. Это город Лида, это тая улица, которая ведет до родных мест. Это то место, где ты завжды будешь сердцем. Сердцем и всеми твоими думками. Все, что я бачу зараз навокал, это она. Моя краина, моя родима, моя закаханная Лида, моя школа. Школа номер 4, у которой я проучилась 9 долгих год. Потом я поступила в музычный колледж, наш Лидский колледж, и там училась 4 года. И вся моя творчесть, все то, что зараз я роблю, связано с музыкой, с песней, с народом, який побач мяне, который живе, працуе и спевая наши белорусские народные и местечковые песни, песни моей малой родимой.